Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Nissan Note 2014 года выпуска. Двигатель 1.2, бензин, вариатор, передний привод. Пробег на автомобиле 72 тысячи километров. Поправлю сзади немножко бампер и крышку багажника. Ремонт серьезный хозяин делать не захотел, поэтому решили поверхностно восстановить, ну и кататься дальше. Сейчас покажу. Вот такая неприятность постигла этот автомобиль. Столбик, вкопанный в землю, бесцеремонно нарушил все неписанные для него правила и совершил столкновение с данным автомобилем, за что был и наказан двумя царапинами на его фасаде. Но автомобиль получил больше повреждений. Бампер ушел, сейчас нагреем его, выдаем. Здесь с клипсы соскочил, защелкнем. Ну и более такое, вот крышка багажника немножко подогнулась. Сейчас тоже попробую ее немножко выстучить. Самое замечательное, фонарь остался целым. Беру немножко грязь, смою. Беру фен, выставляю температуру, ну и разогреваю бампер, температура нормальная, и не спеша весь бампер, где места слома, конечно, видно трещинки, паутинка покраски пошла, лак полопался. От этого никуда уже не денешься, только перекрас. Но в данном случае он пока не нужен. И не спеша потихонечку грею, рукой трогаем, нагреваем. Ну что, погрел я прилично времени, пластик потрогал, изнутри он уже довольно-таки теплый. Здесь главное не перегреть, чтобы краску не попортить. И можно попробовать его выдавить снизу. Пробуем. Сейчас вот этот провал сформирую. И все. Верх нагреваем. Ну вот теперь вот получается такая картина. Все нормально. Остается здесь защелкнуть бампер. Сейчас его вставлю. Раз. Все. Бампер на месте. Здесь бампер перестал упираться в крышку багажника. Сейчас бруском поправлю вот эти царапинки. Полиролем, антицарапином уберу их. Вот.
все эти окислы хорошо снимает, которые на краске от столбика отстались. Сильно выполировать не буду, а основные уберут царапины. Их уже не видно. Ну вот и все. Практически, за исключением вот этих глубоких до пластика, здесь еще сам пластик от солнца, от напряжения от своего выровняется. Ну а сейчас возьму, попробую вот этот торец на место поставить отсюда. Стукну его. Все, торец немножко вытянул, шпаклевать не будет ничего. Здесь, где металл, даже не металл, грунт оголился, поцарапало. Краска говорит, замажу, здесь же эти места тоже замажу. И все нормально. Глушитель тоже немножко трубу подогнул. Не задевает, а то бампер задевал, он натерто было. А на этом все. Вот такой мелкий, быстрый ремонт. Но я не жестянщик, поэтому строго не судите. На этом мелкий ремонт бампера я закончил. Всего вам доброго.